Ну а в соседнем Казахстане полицейские взялись за общественный транспорт. В Астане прошел рейд автобус. Поводом для этих проверок стал рост аварий при перевозке пассажиров. Дорожных происшествий стало на 8% больше, чем в прошлом году. Растет и количество нарушений среди водителей. В первый день мы выявили 325 нарушений. В 17 случаях не соблюдался режим труда и отдыха. Согласно постановлению правительства, водители должны отдыхать или меняться. За выпуск на линию технически неисправного транспорта к ответственности привлечено 8 должностных лиц. Кроме того, полицейские следили, чтобы перед началом смены каждый водитель проходил медосмотр. Всего же в Астане перевозками пассажиров сейчас занимаются 8 транспортных компаний.